Ну что, доброе утро. Как уже стало понятно, находимся мы в Рязани на Атрон. Атрон трек, короче. А находимся мы здесь, на РДС Европа. Вот с этим вот товарищем Димой Петелиным. Привезли его на гонку. Сразу отвечу на вопрос, почему не я, почему без Жиги, да? Потому что денег у меня столько нету, чтобы поехать в гонку РДС. Поэтому этот сезон еду с Поттером, с Димкой, ну и Димон решил откатать весь сезон РДС, чтобы посмотреть на свои, так сказать, силы и возможности и потренироваться на треках. Ну а вот тот самый знаменитый Атрон трек, где и вот она, стена магнит, вот прям клип. Тут забирают остатки резины со вчерашних тренировок, чтобы никто не подскользнулся. Блин, на самом деле, вот сейчас смотрю я на это место, и этот поворот такой маленький. Как здесь умудряются вообще ехать с такой большой скоростью? Блин, капец, конечно. Просто реально, это вот дуга. Ну, то у нас сейчас на трассе 74 примерно такая же дуга. Нифига не, она небольшая, не быстрая, по идее.